Дорогие друзья, в эти непростые дни, когда мир поражен страшной эпидемией, все учреждения культуры мира все равно открывают двери для своих посетителей, хотя в виртуальном формате. Музеи демонстрируют свои коллекции, филармонии проводят трансляции концертов, театры показывают свои спектакли, а кинотеатры представляют бесплатный доступ к художественным и документальным фильмам. Российский национальный музей музыки всегда открыт для вас. Мы всегда говорим, и наш девиз «В мир музыки с нами», но сегодня в формате digital. В эти дни Музей музыки открыл доступ ко всем онлайн-программам, в частности, к архивам уникальной программы «Экспо-музыка» на радио «Орфей». В течение 6 лет в эфире радиостанции вышло более 300 коротких и интересных историй о ценных предметах из коллекции музея. Вы можете узнать о том, как Рахманинов проводил свои зимы в Дрездене, какое ружье было у Шаляпина, в какие шахматы играл Гольденвейзер, каким портсигаром пользовался Чайковский и многие-многие другие занимательные и необычные истории, связанные с выдающимися композиторами и музыкантами. Послушать программу можно на официальном сайте Российского национального музея музыки и на сайте радиостанции «Орфей». Будьте здоровы, берегите своих родных и близких, и до скорой встречи в музее.